Привет всем! С вами Лига Music Wars, а сегодня у нас Мертвая Пустошь. Это пятый значок Мертвых Экспедиций, который мы получили вместе с подписчиками. Большое вам спасибо, ребята, за эти медальки. Осталась всего одна. Это свалка. Будет она 24 числа. Собирать будем точно так же. Но здесь мы собирались как где-то 2 часа в общей сложности. При этом нас набралось только 27 человек. Спасибо всем, кто был в онлайне, спасибо всем, кто помогал пройти. Какая бы ни была экспедиция, даже в таком челлендже она сложная. Если честно, нам просто повезло. Игру сыграл всего один удар. Всего один удар, и мы выиграли. В общем, получилась интересная штука, что мы ударили туда, куда нужно, и в тот момент, когда было нужно. И мы выиграли. Если бы драка продолжалась дальше, то, конечно же, было бы очень печально. Здесь мы пошли в 9 титанов, если вы видите на экране, потому что я побоялся, что именно из-за того, что останутся, допустим, коконы, мы не будем по ним попадать, титаны начнут умирать. Пойдет овер, и титаны начнут умирать. Но, я говорю еще раз, один удар решил все в этой битве. Давайте же посмотрим, что было. Ну и включу оригинальный звук, чтобы послушали, как все комментировалось. Верно, прицел, правильно, молодец, красавчик. Бракованные музмехи, да, дарем, абсолютно верно. Нестандартные музмехи, я всегда говорю, что я люблю вот такие вот хорошие челленджи, прям вообще классные. Меня прям распирает. Смотрите, сейчас полностью вылечится. Ага, и 2400, смотрите, мы наносим 6, и 2400 она лечит. Дайте выключусь. Кокон. Есть, блядь, есть! Круто! Четырехсотник. Это хорошо! Шестьсот уже хорошо. 600 уже меньше. Уже попроще. Так, кто в топе? Пуфин, Коя, Ёжик. Ёжик, держи. Так, Квант, ребята, ушел. Да. Прицел надо ставить каждый раз на нее. Каждый ход ставить. Проблема будет, ребята, в личинках. Проблема именно будут в личинках. Если мы убьем ее, среди личинок будет ржака. Я не знаю, что будет вообще. Просто не знаю. Самое классное, что может, короче, произойти, мы можем убить личинки и убить кокон. Ну, то есть до того, как он полностью вылечится. Если убьем, ну, честь и хвала, короче, просто. Ну, он вылечится, она, скорее всего, ну, она полностью вылечится. Так, 2 меха, ребята, 2 меха, помогай. Доставай, на, держи, братан, тебе. Еще, Арту, еще, ребята, Арту, киньте еще щитка. Отлично, красавчики. Не, этих мы убьем. Прицелы, ребята, если есть, ну, прицелы, по КД 5-е прицелы ставьте прямо на королеву. Просто на королеву ставьте. Все остальное мы убиваем с первого раза вообще в легкую. Лишь бы не бить королеву просто так, хотел сказать. 8 миллионов. Ох, твою мать. Это жестоко.
Сука, это же... Сколько? 250 уже. Короче, 800-ник сносит уже. X, короче, урона. 5x. Итак, ребята, у нас продолжает Пуфик, Ежик и Коя. Ребят, самые топовые наши, короче, мехи. Но я думаю, что они, ну, то есть тоже долго не вытянут. Ну, посмотрим, сколько, короче, пойдут. Пока наша троица стоит. Главное не подохнуть просто. Люци, я не понял, ты что в паутину ушел? Офигел, что ли, или что? Все, значит, сражаются, а он, сука, там сидит, отдыхает. Я не знаю даже. Вот я говорю, фича в том, что, блин, 2, 3, 800, 4. Ёжик, уходи. Ни головы, ни ножек. Итак, ребята, у нас уже 4x усиление. 4x усиление. 167. Интересно, насколько выкормим их сейчас? А, есть, бля, есть. Хотя бы минус одна, блин. Вообще просто... Хотя бы минус одна. Кокон. Убей кокон, пожалуйста. Друг, товарищ, рэндом. Завали кокон, а. Вот просто... Будь человеком, а. Да... Сколько уже там? Так, x5, ребята, x5, 700-ник. 700 урона, короче, усиление 3,5. Блин. Я пока сижу с одной искрой. Ну, возможно, еще пригодится. 25, отлично. Хотя бы по одному убивать. Ну, слушай, ее не полностью вылечивает еще. Еще нормально, короче, 21. Мы, по крайней мере, урона нанесли. Ну, то есть она еще не полностью вылечилась. Но нам кокон надо убить. Вот нам бы сыграло на руку, если бы мы вальнули кокон. Прям реально. У нас 9 титанов, мы, ну, как мы ее вытянем, как бы, все равно. Титаны, да, титаны погибнут, это однозначно. То есть тут... Я не понял, а что они, да, лысые, что ли? А почему всегда на них-то? Что за издевательство-то, блин? Птичка, я два раза уже, блин. Два. Прям собака, как по этому. 2 на 2, короче, вообще. Давай, кокон, кокон. Сдохни, сдохни, сдохни. О, отлично, отлично. Самую жирную, ребята, завалили. Это хорошо, это хорошо. Титанчики, дайте щиту. Щитов дайте арту. Ежик. Ежик, держи. Не, хорошо, ребят. Идем нормально. Долго. Ну, нормально. Пока, короче, идет. Растут они. 7x усиления. Но тут, ну, не сильно, короче. Первый раз. Ну, по крайней мере, много. Давай! Короче, мы пока кокон не убьем, у нас будет геморрой, конечно, тут это однозначно. Короче, 3 миллиона. 3 миллиона она уже, короче, фигачит, бьет. Ну, то есть, не знаю, сколько будет еще. Ты так. 3,3. Сейчас, короче, пуфика. А, нет, 3 миллиона 600 есть. Сколько там периодики уже? 10, короче. Х10, ребята, уязвимость. Нихера, она полностью щит мне в миллион снесла. У меня, говорит, другая проблема. Так ты воскресай, гест. Я же тебе говорю, воскресай. Я же не просто так тебе говорю. Поднимайся давай. Харе болю валяться.
Не, она лечит, ну слабо, ребята, ну, имею в виду. Я говорю, нам если кокон убить, то уже будет прям полегче. Будет прям очень хорошо. Давай, Гес, давай. Воскресай. Хары болем мертвым валяться. Да не, нормально. Вон у нас еще один, короче, такой же спит. Есть, блядь, есть. Есть, она теперь лечиться не будет. Вот это уже будет получше. Вот это будет получше. Вот это уже стратегия, на которую я как бы рассчитывал изначально. Вот это уже хорошо. Так, отличненько. Сто пятьдесят. 12 усиления. Не, нормально, видишь. Мы, короче, кокона убили, ребят. Все, кокона убили, уже хорошо. Уже норм. Уже распределение прям айс. Еще и мелочь всю завалили жирную. Ну, то есть, тоже хорошо. Считай, 8 мы, ну, 8 миллионов мы бьем с прицелом. То есть, если все ударят, 8, короче, мы валим. Это, ну, 3 хороших удара. То есть, 650, блин, мощность вообще просто. 11 тикс усиления вообще. Просто... Ни хера там титаны, просто... Просто жесть. Интересно, сколько будет периодики, ребят? Сколько вы держите? Всех убили, всех, все личинки завалили. 3 700. Не, нормально уже, еще хорошо, ребят, хорошо. 6 миллионов атака у нее пока, 6. Ну, то есть, вытягиваем. А, сука, сейчас. Сейчас несем, на. Эх, а мне так ванта не хватает. Мне так ванта не хватает одного хода. Ребята, 8 миллионов сносим. 8. Сейчас глянем, сколько пойдет. 24. Он далеко сидит. А, я понял, Дениска, понял тебя. Титанов, прикрывай. Чего ты смотришь? Блин, я опять в паутине сижу. Ой, а как это так? Как это не арта, я не понял, не птичку, что-то как-то странно. Если, короче, мы королеву Улья будем вот так вот бить, ну, то есть мы все равно всяко, мы всяко разно вытянем, то есть... Проблема сейчас не в этом. Мне интересно, сколько, короче, периодики наберут три титана у нас. Короче, хана, да? Походу. Герману, походу, хана, наверное. Хотя не факт. Ох ты, нифига себе. Я не понял, как так? Ну хорошо, слушай. Пуфик, Коя, Джейн Айр. Ушел один. Ушел, короче, отлично. Один ушел. 16. 16, 14. Ежик, короче, ушел от атак. Ну, то есть уже хорошо. Уже хорошо. Не, главное, что она не лечится. Вот в чем. То есть есть, короче, мелкие каки. И главное, что она не лечится. Это уже, короче, хорошо прям. Это прям вообще огонь. То есть два удара, ребят, два удара и осталось. Не забывайте прицелы, просто тупо не забывать прицелы ставить и все. И будет вообще огонь. Пуфик, живи. Пуфик, живи. Джейн, ну я и говорю Джейн, я так, мне полегче так назвать. Не, я вот и удивился, говорю, имею в виду, как так получилось. Переброс получился сил. О, есть, 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 есть. Критов, критов. Отлично, 8. Хорошо.
Хорошо. 18x. А говорил, не вытянет. Тянет, только шуба заворачивается вообще. Так, Лёлька вышла. Отлично. Короче, ежик, пуфик, Лёля. Вдвоем. Я, короче, я даже не участвую. Я нахожусь только на четвертом месте. Кою выбросила. Все, Коя, короче, на 18x больше не участвует. Лёля, то там не будет большой мощности. У тебя периодик нет. Мы выиграли. Все. Хана. Все, теперь дело, короче, ребят, дело техники, все. Остальное, ну, остальное фигня. То есть нам до выигрыша осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ходов.